Ну что, девочки, как и обещала, вот этот вот пакет с заказом. Сейчас будем с вами делать распаковку. Я убрала все из кадра, как видите, на пледике таком. Может быть, солнца будет мало, но как-то постараемся. Первое, хочу показать покупку. Это женская гигиена. Заказала для себя и для Светы. Тут две пачки. Сейчас вам покажу, что именно и какого оно качества. Это прокладки для стрингов, можно для обычных плавочек. Вот здесь вот показано такие. Я, кстати, вот для стрингов никогда не брала прокладки, поэтому хочу посмотреть, как они будут для стрингов. У меня девочки некоторые носят стринги, поэтому вот мне интересно даже посмотреть на эти прокладки. Никогда раньше не заказывала. Но в этот раз заказала. Это вот Белла. Арома 60 штук в пачке. Получается всего 120 штук по выгодной цене. Цену где-нибудь постараюсь здесь написать, если не забуду. Дышащие ультра тонкие ежедневные прокладки. И вот так вот они выглядят. Вот такая вот тоненькая прокладочка с другой стороны. И вот так вот. Для стрингов, вот они, видите, вот так вот делаются. Вот такие вот прокладочки. Но мне нравятся на ощупь такие мягкие, приятные прокладочки. Тут вот 120 штук, две пачки прокладочек по 60 штучек. Это был первый заказ. Где-нибудь вот так вот отложу, чтобы вам не мешалось. Следующий заказ. Это у девочки, смейтесь, не смейтесь, но это я заказала себе. Когда нога у меня заживет, я хочу, чтобы не было видно шрама. Это временная татуировка. Мне подсказала одна женщина, у нее тоже есть шрамы. И она вот такие временные татуировки на лето наносит, чтобы не было заметно шрама. У меня он очень заметен на ноге, тем более он краснеет. И вот я хочу попробовать вот такую татуировку временную. Как бы попробовала, она была дешевенькая. Цену тоже напишу и... заказала на пробу. Следующее, что я хочу показать, мне пришлось открыть на пункте выдачи, чтобы проверить, что все в порядке, нигде ничего не протекло. Решила взять на пробу. У меня стали очень плохие волосы выпадать и перхоть появилась. И Head & Shoulders мне не помогает. Я решила заказать вот такой вот шампунь против перхоти. Он как бы лечебный. Мне тоже посоветовала одна женщина, и поэтому я решила его попробовать заказать. Посмотрим, что он мне поможет, не поможет. Ну вот, после операции почему-то у меня такая проблема стала. У меня есть Head & Shoulders, но от него толку почему-то ноль стало. С цинком, перитионом и маслом мяты. Устраняет причину перхоти, восстанавливает структуру волос и кожу головы, предотвращает выпадение волос. 250 миллиграмм. Очищение и здоровье. Вот такая вот бутылочка. Хочу понюхать. Ой, ребят, реально мятой пахнет. Очень вкусно пахнет мята. Цену тоже напишу здесь, если не забуду. Если кому-то нужна будет ссылочка, напишите, я вам обязательно дам. Следующая покупка — это на лето. Я сейчас очень сильно летом жарко, и мне плохо иногда на жаре становится. Я заказала вот такой вот вентилятор на подзарядке, который действует. Вот такой вот он, к нему идет подставочка. Это можно вот так вот ставить телефон где-нибудь, раз поставили. Ой, телефон. Вот так, видите, поставили, и он будет стоять. Идут. И также идет зарядное устройство. Оно... как бы на батарее, поэтому вот так вот. Это вот одна сторона и вторая сторона. Тут есть кнопочка. И давайте проверять. Я его не включала еще ни разу. Я на пункте выдачи проверила. Открыла коробку, посмотрела, что все в порядке. Все в комплекте есть. И давайте смотреть. О, ребят, классно дует. Тут как бы три режима. Вот первый. Второй посильнее. И самый сильный режим. И выключается. Мне нравится, удобный, можно с собой в сумочку положить и, пожалуйста, пользуйтесь. А заряжать можно от пауэрбанка, если вдруг разрядился. Посмотрим, как он будет в использовании, надолго-недолго будет батарейки хватать.
Если надо будет, то я вам потом в каком-нибудь видео скажу, насколько батарейки хватает цены. Я тоже здесь вам напишу. Вот такой вот вентилятор. В целом я довольна. Буду его теперь везде с собой носить. Дальше, что я заказала? У нас у Егора и у меня тут закончился гель для душа. И тут я на Валберсе увидела по скидке гели для душа 2. Очень, очень недорого. И я как-то уже брала такие, о, где-то что-то протекло, вот этот вот протек. В пупырке не видно было, но он протек. Видите, рука влажная. Ну ладно, не сильно, тут вроде бы дырочки нигде нет, видимо, немножко где-то протек. Ну ладно, протру потом. Короче, 2 геля для душа. Вот этот вот идет с кокосом. Этот идет с мятой, с экстрактом ламинария и мята. Это кокос и миндаль. Вот такие вот 2 геля для душа. Вот кокос, миндаль никогда не брала. А, слушайте, реально, чем-то, знаете, таким конфетным пахнет. Вот как будто шоколадка какой-то. А это мятный, я уже такой брала. Да, это мятой пахнет прям хорошо. А вот этот тут реально мне понравился по запаху. Посмотрим. Вот этот вот мне понравился и по нанесению на тело, и всему. И пенится очень хорошо понравился. А этот вот еще не пробовала. Посмотрим, попробуем. Скажу потом, как результат будет у меня с этим. Дальше моя покупка. Это вот такие вот 2 шиммерных подводки для глаз и тату. Одна серебряная, другая золотая. Сейчас мы с вами откроем их и посмотрим, какие же они. Это я заказала, сразу говорю, себе. Вы знаете, что я больше люблю серебряные подводки. Кто у меня давно на канале, те знают, что я больше люблю серебряные подводки. Но нынче вот попробовала. Решила взять золотую. Видите, тут можно и для татушки, и на лице где-то рисовать. И это. Ну вот, и для глаз также подходит. Ну вот, я решила взять на пробу, как сказать, испытать. Попробую, попользуюсь, потом напишу вам уже, как и что по качеству и вообще стоит, не стоит покупать. Так, вот раскрыла 2 упаковочки, вот они одинаковые. Тут поярче, конечно, рисунок, а так, в принципе, они одинаковые. И вот такие, один золотой, другой серебряный. Давайте будем смотреть. Вот такое вот оформление серебряного карандаша. Вот фирма. И давайте посмотрим. О, какой яркий. Посмотрите, ребят, какой яркий. Я не знаю, как показать. И давайте посмотрим, как рисует. В принципе, рисует неплохо. Но он еще, видите, плохо проявился. Ну вот. Видите, как? Попробуем, застынет, и потом посмотрим. И вот такое вот оформление золотого. И посмотрим, как теперь золотой. Ребят, вообще классно. Смотрите, какая красота. Попробую на глазах. Потом напишу, как и что. Вот такие вот. Напишите, какой вам больше понравился. Вот такие вот 2 карандашика себе. Они недорогие, цены тоже напишу. Следующая покупка. Это, по-моему, тени для глаз. Такие с блесками. Вот такие вот фирма. И вот такое вот оформление бутылочка. Они прям блестят очень сильно. Сейчас посмотрим. О. Ну да, ребят, блестит. Вот оно блестит. Вот я нанесла его, блестит. Это чисто блеск придать глазам. Если вы вот, например, тени сначала нанесли, а потом вот это вот можно сделать, и будет классно. Это у меня дочь Света просила. Но я на себе тоже это обязательно испытаю. Видите, уже 3 цвета таких блескучих. В целом, как-то так. Так, что же вам следующее показать? Ну, давайте вот это вот следующее покажу. Это, если я не ошибаюсь, тоже подводка для глаз. Ну, сейчас откроем. Я точно не помню. Что-то Света просила, что-то я себе заказала. Сейчас откроем, посмотрим. Если я не ошибаюсь, то это подводка для глаз. Блин, достать не могу. Да, это, по-моему, подводка для глаз. Щеточка. А, это для бровей. Ребята, это для бровей.
И вот такой вот карандаш. Вот он вытянулся. И давайте где-нибудь здесь тоже нарисуем. Ой, какой он мягкий. Он ломается моментально, ребят. Да, это вот такой вот карандаш для глаз. Видите? Ну, он ломается моментально. Вот если один раз я нарисовала, то вот такой вот. Эта подводка для глаз я себе заказала. У меня потому что мою свет отжала. И вот такая вот щеточка, чтобы так вот брать и расчесывать, растушевывать, расчесывать. Вот оно. Попробую, испытаю, скажу. Ну, тут вот, как всегда, у нас Валберес наклейки свои заклеивает шикарным образом. Всю информацию. Ну, вот так вот сниму. Вот такой вот карандаш. Если кто-то пользовался, напишите, как вам понравился он или нет. Следующая покупка, я даже ее не открывала, пункте выдачи, потому что там народу было много, некогда было проверять, да и чувствовала я себя не очень, поэтому я просто уже потом плюнула, скидала и все. Сейчас посмотрим, что здесь. Я точно, если честно, не помню, что у меня здесь. Так, вот что-то завернутое в пупырку. Дальше это арома. Мы... А, все, поняла. Это духи, ребят. Это духи я заказала себе. Сладкие парфюмные духи. Я люблю очень сладкие духи. Люблю фруктовые масляные духи. Ой, тут еще и подарочек положили. Вот такой вот. Подарок, видите, написано. Спасибо большое. Подарочки всегда приятно принимать. И вот такие вот оформления. Вот такой вот бутылочки. Видите, как-то бы вам так показать, чтобы камера сфокусировалась. Тут 11 миллиграмм. Давайте понюхаем где-нибудь. Ай, шоколада. Пахнет, ребят, это шоколадные духи. Вспомнила я, какие заказывала. Я там, потому что несколько заказала, но еще не пришли. Это шоколадные духи. Ой, как пахнет, ребята, шоколадом. Просто бомбически. Ну вот, на пробу взяла. Я больше люблю масляные шариковые. Но там масляные шариковые у меня где-то в пути еще. Они затерялись. Что-то в одном пункте выдачи уже. Сидят, наверное, дня 4. Никак прийти не может. Ну, вот такие вот заказала. Ну, и тут это просят сделать отзыв. И тут вот ихняя фирма, какие духи есть. И спасибо большое за подарочек. Сейчас понюхаем, как он пахнет. Ну, такой, знаете, нежный, сладкий аромат. Ну, не пойму, но буду пользоваться. Нежный, сладкий аромат. Мне понравился. Тут артикул есть. Надо будет почитать потом, что это за духи. Цену тоже этих духов я вам обязательно напишу. Следующее я заказала. Это уже для дочери Светланы. Многие знают, что у меня Светик занимается маникюром. Вот, кстати, последняя ее работа. Она мне сделала маникюр. У меня просто предыдущий делала маникюр. Я ходила к специалисту, а тут домой приехала, что-то делала, и у меня ноготь отвалился. Сломался ноготь. И я дочь попросила, я говорю, сделай, пожалуйста, потому что завтра мне ехать уже. И она мне вот ночью сделала вот такие вот ноготочки. Очень классные ноготочки, очень крепкие. Она у меня молодец. И она говорит, мама, у меня заканчивается то-то, то-то, то-то. И мы ей заказали. Первое, что это пришел праймер бескислотный. Вот такой вот. Для нее, чтобы она занималась маникюрчиком. И следующее вот тут пришло. Здесь у нас гель. Это пришел подарок. В подарок там идет гель. Тут база, топ и лак. Видите, написано даже подарок. Видно вам? Я не знаю, как сфокусировать, чтобы видно было, что это вот подарок. Это пришел в подарок. Давайте посмотрим, какой цветом гель пришел. Ой, какой нежный. Смотрите, какой, ребята, оттеночек. Ну вот, Свете потом поеду домой, передам обязательно. Вот ее на и пришли три лака. Следующий заказ, это тоже заказ моей дочери Светланы. Она у меня постоянно пользуется гелем для бровей. Но она говорит, мам, я тут у подруги, говорит, пробовала мыло для бровей. Закажи мне, пожалуйста. И вот я ей заказала мыло для бровей. Сейчас откроем, посмотрим, как, что здесь вообще.
Так, о, тут щеточка вот такая вот идет в комплекте. Вот фирма. Щеточка вот такая вот. Щеточка, кстати, мягенькая, такая хорошенькая. Мне нравится такая щеточка. И вот такое вот оформление баночки. И вот здесь вот прозрачное мыло для бровей. Сейчас уже, ребята, мыло, а не помада, как нам в тот раз попалось в распаковке бьюти-бокса. Это мыло ничем не пахнет, совершенно ничем. Но дочь проверит, как оно в эксплуатации, и потом мы вам скажем, понравилось ей, не понравилось, как фиксация будет для бровей. Это мы вам потом расскажем, все обязательно. Вот сзади вот так вот оформлено. Вот такое вот мыло. Следующий заказ, это нижнее белье. Нижнее белье я заказала на пробу. Была очень хорошая скидка. 300 с чем-то рублей это белье стоило. Решила на пробу заказать. Написано, что 100% хлопок. И давайте смотреть, что за нижнее белье. Это вот такой вот топик идет. Коробочку я уберу, чтобы не мешалось. Вот такой вот топик идет. Черненький такой, красивый, ажурный, как видите. Тут с резиночкой идет. Размер у него, что-то я не вижу размерную линию. Ну вот, сейчас я вам скажу. Нет, не скажу, какой размер. Но если что, напишу на экране. 40-42, во, размер у него. Или 42-44. Короче, напишу на экране, какой размер. Вот такой вот. Но мне нравится. Чашечки тут хорошенькие. Можно, кстати, достать, постирать. Вот. Очень, кстати, удобно то, что это есть. На некоторых нету такого. Летом как раз вот такое вот носить хорошо. Кружево здесь вот такое вот прозрачное. И хорошо растягивается. И к нему идут еще вот такие вот плавочки. Вот так вот. Вот такие вот кружевные на лето плавочки. Смотрите, какой классный комплект. Если надо, ссылочку напишите, я вам оставлю. Вот такой вот первый комплект. И точно такой же я заказала еще белый. Тоже на пробу. Дочери они понравились, поэтому заказали. Так, где тут открывается у нас с вами? Что-то не могу найти. А вот, все нашла. И точно такой же я заказала девочке белый комплект. Вот. А белый даже мне нравится, ребята, больше. Тоже все так же можно достать хорошо. Хорошие, кстати, чашечки. Очень мягкие и не толстые. На лето это самое раз. Прошито хорошо. Резинка такая хорошо тянется. Резиночка. И вот такие же вот плавочки. Ну, вот такие вот два комплекта я заказала белья. И последняя покупочка в этом заказе. Это тоже будет нижнее белье. Тут в комплекте, если я не ошибаюсь, 7 пар. Это, девочки, вот такие вот стринги. Вот так вот правильно показать. Это стринги. Сейчас постараюсь камеру как-то пониже сделать, чтобы вам видно было вот так вот. Это чистый хлопок. В комплекте раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук, да. Это чистый хлопок, 100% хлопок. Тянутся очень хорошо. Прошиты тоже, по сути, идеально. И ластовица классно. Такое прошито хорошо. На некоторых, знаете, как-то плавочки я тут нынче брала, мне не понравилась ластовица. Вот, обидно то, что ластовица у всех одного цвета. Было бы под цвет плавочек, было бы классно. Ну, вот в целом вот такие вот. Вот такой белый цвет. Нежно-розовый цвет. Давайте вот так вот буду показывать. Нежно-розовый такой. Извините, пожалуйста, просто чихнула. Вот белый. Нежно такие розовенькие. Фиолетовенькие такие. Такой персиковый оттеночек. Голубенький оттеночек. Темно-синие и черные. В целом плавочки мне очень нравятся. Посмотрим, понравятся ли они моим дочерям. И потом вам скажу. И вот хотела проверить, как... Слушайте, она не стирается. Не... Вот это вот не стирается. Видите, даже блесток не остается на пальце. И вот эти не стираются. Все хотела в последнем видео. Это вот, которое мы с вами вот это вот смотрели. Вот.
Они не стираются. Я тру прям сильно, ребят. Слушайте, классно, мне нравится. Ну, в целом, вот такой вот, ребят, у меня был заказ. Напишите, как вам, нравится или нет. И если кто-то этим уже пользовался, напишите вам ваши отзывы по этому товару. Вентилятор обязательно проверю, скажу, насколько держит заряд, долго, недолго заряд держит, и потом вам напишу. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, и всем говорю пока-пока.